Украинский обстрел рядом. Я бегал, потому что хотел там снимать такие интересные кадры. Так бегал. И попал в стрел рядом. Я на пол упал, чувствовал на спину, как ударил на спину. Вот, узнал, что я ранен, и чувствовал себя как нормально, здоров. И, как я понимаю, мне были нужны провести несколько дней в больнице. Несмотря на этот случай, Грэм продолжит работать в зоне конфликта. Какие еще заявления сделал пострадавший репортер, смотрите в следующие полчаса. Не пропустите это интервью.